Привет, ребята, это Мачете. И сегодня я хотел бы сказать пару простых вещей о том, что очень важно помогать друг другу. Реально, мы часть одного целого. Это нетрудно понять. Когда ты делаешь что-то хорошее человеку, который нуждается в этом, ты чувствуешь себя хорошо тоже. И когда, не дай бог, ты делаешь что-то плохое человеку, в общем, невозможно сделать кого-то несчастным, не сделав несчастным себя. Поэтому очень важно протягивать руку помощи. Всегда и во всем. Потому что, помогая кому-то другому, ты укрепляешь свою душу. И укрепляешь веру этого человека в том, что этот мир прекрасен, что у него есть чудесный хозяин, что ему не о чем беспокоиться. И в свою очередь он тоже когда-нибудь поможет кому-то другому. Причем эта помощь может быть элементарной. Пару слов, пару купюр, какие-то действия. Это точно нам вообще ничего не стоит. Но человек, которому мы помогаем, он счастлив. Значит, в этом мире счастье добавилось. Значит, мы что-то уже хорошее сделали. И не надо ни о чем париться, потому что так бывает, что люди переживают, они дают кому-то что-то в долг, и человек не возвращает эти деньги. У нас есть деньги по двум причинам. Первое. Мы можем сделать счастливыми людей, которые в них нуждаются. Второе. Мы все свое внимание можем посвятить сохранению этих денег. И так может пройти вся жизнь. Поэтому, ребята, давайте творить добро, кайфовать, радоваться, помогать друг другу. И этот мир реально станет прекрасным. Хорошего дня. На связи.